Так, дорогие друзья, мы снова с вами встречаемся. И сейчас мы будем изготавливать что-то вот такого, что-то будем изготавливать. Симпатичное вот такое. Наверное, не раз спрашивайте себя, для чего это все делаю, кому это надо. Это мне надо, я учусь. Если вы хотите вместе учиться, то пожалуйста. У каждого, ребята, есть свои методы обучения, поймите это. Каждый по-своему учится, кто-то лезет в учебник и постепенно, слово за словом, исполняет что-то такое. Ну, а я привык учиться на примерах. Ну, вот, допустим, такой пример. Мы берем сейчас с вами вот такой кружочек. Так, отлично. А сейчас мы выделим все наши вот эти вот позиции. Это не что имеет точки, ребра, площади. И полностью солид, то есть тело. Тело назовем его. Так, далее мы вот тут и вот так вот подделаем. И сразу же и придвинем, как нам надо. Вот так, допустим, да? Скажем окей. Можем говорить здесь окей, а можем просто нажимать правую кнопку мыши. Так, после этого мы с вами возьмем. Вот так. Далее прочертим центр. Вот. Ну а здесь мы просто сделаем трим. Трим. Вот. Окей. Так. Ну и, естественно, нам надо зеркально сделать, да? Mirror Alt X выделим, скажем, Alt X. А, не, нам же не Mirror надо, а надо на такую закругляшку сделать. Нам надо закругление сделать здесь. То есть вот оно, револьвер, напоминает револьвер. И покажем ось. Вот оно. Так, такую красоту ли нам не надо? Ну, так достаточно, да? Прекрасно. Ну, далее, я не знаю, мне вот это, допустим, это не надо. Я попробую убрать. Хорошо. Ну, а дальше нам сделать надо пазы. Их мы сделаем с помощью... Нет. Не нравится мне этот. Так. И Alt X. Нет, вот так. Вот так. И скажем. Почему-то не хочет. Alt X. Не всегда вид бывает капризный такой, бывает вот это вот взять вот так и сказать Alt X,
все равно он как бы и не хочет, да? Сейчас я разберусь, в чем дело. Окей. Можем, конечно, сказать, что Элк Д, и таким образом создать половинку. Можем вот так сделать. А потом я разберусь с вами, ребята, в чем дело-то. Так. А теперь я возьму вот так, и начну ее тянуть, но зажав табулятор вот так. Так будет лучше. Угу. Окей. Так, и далее надо нам сделать еще вот здесь. Возьмем вот такую центральную. Так. Вот эту и вот эту с точечкой. Почему он не захотел? Так, если вы так не хотите, да, то мы сначала тогда сделаем следующее. Вот так. Вот это сделаем. Снова выделим все. Вот эту выделим. И если мы булевской операции применим, то мы, конечно, выделим ее. Так, еще раз булевскую операцию. Окей. Вот то, что нам нужно. Отлично. Эти два треугольника нам уже и не нужны. Остался сделать прямоугольничек вот здесь. Интересно, да? Ни в какую не хочет. Так сделаем. Так. Это вот так сделаем. И чуть пошире вот таким маркером, да? Угу. Угу. Окей. Не хочет.